Сегодня проходит тренинг для новичков, для людей, которые еще не определились, как им стартовать в бизнесе Женес. Я надеюсь, в этом зале собрались люди, которые уже купили стартовый G-Office за $30 и хотя бы посмотрели мою презентацию за четверг. Это было бы здорово. Тогда дальнейшая информация вам будет очень легко даваться, и вы разберетесь во всем. Сегодня я с вами поговорю о том, как лучше всего стартовать в компании Genes Global. О том, как достичь в первый же месяц, пожалуй, а то и в первые две недели $1000. Как выйти за 4 месяца на доход $1000, но уже пассивный. Это то, ради чего мы приходим в бизнес. Я покажу вам цифры. И, конечно же, я покажу вам маркетинг-план. Давайте приступим. Итак, в компании Genes есть 6 видов вознаграждений. Первое вознаграждение – это доход от розничных продаж. Пожалуй, это доход, который есть в каждой MLM-компании. Он заключается в том, что покупая лицензию, или как у нас называется G-Office, вы получаете доступ к оптовым ценам. И в свою очередь, покупая по оптовым ценам, вы можете реализовать продукцию уже по рознице. И заработать вот на этой дельте ну, какие-то небольшие деньги. 35-40%. Хотя некоторые умудряются зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Только на рознице. Второй вид дохода. Это бонус за новых партнеров. Это, опять же, стартовый бонус. Он присутствует во всех MLM-компаниях и позволяет нам с вами достаточно быстро заработать деньги. То есть, пока мы с вами выстраиваем команду, пока мы приглашаем людей, партнеров, пока они выстраивают команду, мы можем достаточно быстро зарабатывать стартовые деньги. И вот здесь вот как раз и лежит вот это вот первое $1000. Об этом я вам расскажу чуть позже. Командный комиссионный – это приятный вид дохода, пожалуй, самый приятный. Именно в командных комиссионных заложен пассивный доход. Потому что вам компания платит за товарооборот, созданный вашими партнерами. За ту работу, которую вы проделали с ними, за то, как вы их научили. Но хочу вам открыть секрет, что сейчас за вас их будет учить система Teamalt. Там заложены пошаговые действия, пошаговая информация, и опытные спикеры будут доносить, конечно же, эту информацию и раскладывать ее по полочкам. Потом четвертый вид вознаграждения – это лидерский бонус. Вот этот бонус, пожалуй, тоже один из самых приятных бонусов в компании. Потому что здесь вам платят за заработок, за доход ваших партнеров. Если раньше команда это был от товарооборота, созданного командой, вы получали вознаграждение, то здесь конкретно получаете от суммы заработка ваших партнеров. Я постоянно анализирую вот суточные свои, допустим, выплаты, и я очень внимательно слежу за этими цифрами. Если мне приходит лидерский бонус, я очень радуюсь, потому что, значит, в моей команде кто-то заработал. Дальше идет стимул для привлечения покупателей. На самом деле, здесь синоним покупатель и партнер. Это одно и то же. Если в течение месяца у вас появилось определенное количество покупателей или партнеров, то вам добавляют 5 или 10% к лидерскому бонусу. Ну, допустим, если у вас было 20% с первой линии, то вы будете получать 30%. Это очень существенные деньги, и об этом мы тоже чуть-чуть позже поговорим. И шестой вид дохода – это премиальный фонд для бриллиантов. Дорогие друзья, вот здесь вот можно, не вкладывая деньги, не покупая никакие акции,
стать соучредителем компании Женес. Потому что здесь вот этот вот премиальный фонд – это часть товарооборота компании, часть прибыли компании, которая генерируется за определенный период. И вот здесь бриллианты, а наша цель – это стать бриллиантом, об этом я вам покажу позже, получают свою часть от этого пирога. Поэтому каждый из нас стремится как можно быстрее стать бриллиантом. Теперь давайте все-таки выясним, есть ли здесь люди, которые еще не купили себе виртуальный офис. Если вы еще до сих пор этого не сделали, то вам надо просто обратиться к своему наставнику по системе Тимальт или по Женес, или к тому человеку, который пригласил вас на эту бизнес-встречу, и попросить его, чтобы он помог вам зарегистрировать себе G-Office. Это уже готовая система управления бизнесом, это ваш онлайн-магазин, это все ваши статистики, все выплаты. Здесь находятся все маркетинговые материалы, все новости компании. И это стоит 29,95 в год. Это первый шаг. И, конечно же, здесь заложен уже доступ к вашим оптовым ценам. Ну а теперь давайте поговорим о нашей лестнице успеха. Потому что наша с вами цель понять сегодня, как правильно стартовать в бизнесе Женес. И для того, чтобы понять, нам нужно разобрать вот эту лестницу. Итак, первый шаг, предприниматель, это когда вы приобрели за 29,95 G-Office, вы стали предпринимателем, то есть вы можете продавать по оптовым ценам. После того, как вы приобрели определенный пакет продукции, вы стали дистрибьютором, вы стали партнером компании. Вы имеете доступ ко всему маркетинг-плану, ко всем промо-акциям, к путешествиям, об этом позже. После того, как у вас появилось в команде два человека, вы становитесь специалистом. Это уже лидерская ступенька, это уважаемый статус в компании, специалист, это уже не новичок. После того, как у вас в команде появляется 4 специалиста, вы становитесь нефритом. И вот здесь обратите внимание, вот на этой лестнице написано, что нефрит получает 20%. Это значит, что со всех заработков ваших приглашенных, ваших лично приглашенных, вы будете получать 20% лидерского бонуса. И это очень серьезные деньги. После того, как у вас стало из 4 8 специалистов первой линии, вы становитесь жемчугом, и у вас появляется возможность получать уже с двух линий. С первой линии вы получаете 20%, а со второй 15%. Ну, соответственно, статус жемчуга дает вам уже больше денег, ну, как бы, заработок, или как это назвать, скорее всего, это будет чек, больший чек. Я, честно говоря, уже не помню, сколько получает жемчуг. Потому что самое интересное начинается со ступеньки сапфира, со статуса сапфира. Сапфир – это 12 специалистов. 12 специалистов у вас в первой линии. И здесь вы получаете 3 начисления: 20, 15 и 10%. Это уже приятно. Здесь уже каждый день вы видите, что у вас начисляются деньги. Сапфир зарабатывает уже от $2000, причем пассивного дохода. Ребята, это очень быстрый путь пройти от предпринимателя до сапфира. Это надо пригласить 12 человек и научить их, как пригласить по 2 человека. Но у нас есть возможность стать сапфиром гораздо быстрее, об этом я расскажу позже.
Итак, Сапфир получает около 2000 долларов пассивного дохода. Сейчас в переводе на рубли это, по-моему, около уже 170 тысяч рублей. Сапфиром вы можете стать, ну, за 2-3 месяца максимум. Вот и думайте, есть ли перспектива и есть ли вообще смысл продвигаться по карьерной лестнице. Следующий уровень – это рубин. Вот рубин, я считаю, раньше я считал, что директорский уровень – это сапфиры. Сейчас я считаю, что директорский уровень – это с рубина. Рубин – это лидер, в команде которого два сапфира. Два сапфира. И рубин уже получает, как вы видите, с четырех линий лидерское вознаграждение. И рубин – это уже несколько десятков тысяч долларов. И путь от предпринимателя до рубина совсем короткий. Следующая ступенька директорская – изумруд. Доход около 50 тысяч долларов. И изумруд получает уже 5 выплат, то есть 5 линий. 20, 15, 10, 5 и 5. Ну, вы можете сами представить уже, какое количество ежедневно выплат видит изумруд в своем бэк-офисе. Если он получает около 50 тысяч долларов, значит, он около 1,5-2 тысячи долларов имеет в день. И я думаю, каждый из вас хотел бы в ближайшем году достичь таких целей. И следующая ступенька – бриллиант. Бриллиант – это 6 сапфиров. Бриллианты в нашей компании, их сейчас больше 120 человек, это уже долларовые миллионеры. Ребят, посмотрите, как коротко пройти от предпринимателя до бриллианта. Но бриллиант – это уже соучредитель компании, он имеет часть дохода и он уже получает деньги, которые даже в сознании обычного человека не укладываются. В компании есть двойной бриллиант. И дальше. Все остальные ступеньки мы с вами будем разбирать на специальных лидерских школах. Сейчас я вам дал вот эту лестницу, чтобы вы обратили внимание, особенно обратите внимание на две ступеньки. На жемчуг и на сапфир. Жемчуг – это две выплаты лидерского бонуса 20 и 15%, а сапфир – это три выплаты 20, 15 и 10%. Нам в дальнейшем это очень пригодится. Давайте сейчас посмотрим, как правильно и как вообще можно стартовать в компании Genes. Итак, у вас есть начало. Вы купили за 29 долларов G-Office, то есть, как я вам сказал, это магазин и с оптовой цены. Вам можно стать дистрибьютором с пакетом Basic за 199 долларов без НДС. Тот набор продукции, который находится в базовом пакете, дает только общее впечатление о части продукции. Но тем не менее, вы уже становитесь продуктом продукта. Вы можете попробовать сами, получить какой-то результат и уже даже не предлагая никому. Как вот помните, первое – это розничные продажи. Так вот, когда вы начинаете использовать сами продукцию, вам и не надо ничего продавать. У вас люди сами будут спрашивать, почему вы так хорошо выглядите, почему у вас столько здоровья, задора и так далее. Итак, дистрибьютор получает доступ ко всему маркетинг-плану, ко всем выплатам, кроме лидерских, потому что лидерские выплаты у него начнутся со статуса, когда он достигнет статуса нефрит. Сейчас же пока он просто должен строить команду. Но у нас в компании есть варианты сразу перескочить на лидерские статусы. Обратите внимание. Если вы покупаете средний пакет за 499 долларов, то вы сразу получаете статус жемчуг. Вы получаете этот статус на 60 дней.
У вас вся линейка продукции. Как будто вы открыли магазин и получили весь ассортимент продукции. То есть у вас значительно больше вариантов привлечь клиентов и партнеров. Но самое главное здесь, что с первых дней вы получаете лидерский доход с двух линий. 20% и 15% со второй линии. Все зависит от того, с какой целью вы пришли в бизнес. Если вы поставили себе цель дойти до бриллианта, то, естественно, вам надо рассматривать старт не как базовый пакет, а хотя бы как пакет Supreme, чтобы сразу зацепиться за лидерские позиции. Ну и есть мой самый любимый, самый лучший такой пакет, который называется «Амбассадор». «Амбассадор» дает представление о всей продукции компании. «Амбассадор» дает возможность начать пользоваться продукцией самим. Обязательно приобщить к этому свою семью, чтобы она стала жить дольше, стала здоровее. Вы можете часть продукции продать, потому что вам она досталась даже не по оптовым ценам, а значительно дешевле. Потому что вот эти пакеты, которые вы приобретаете для стартов компании, цены на продукцию там ниже оптовых. Их можно взять только один раз, когда вы стартуете. Потом уже вы не сможете купить эти пакеты. Вот этот пакет «Сапфир» дает вам, «Амбассадор», дает вам возможность стать «Сапфиром» на полгода, не имея команды, дорогие мои друзья. Вы получаете три вида лидерского дохода полгода. То есть, объясняю вам сейчас на пальцах. Если у вас появляется один партнер, потом второй, потом третий, вам до «Сапфира» пока далеко, но эти люди начали приглашать и начали зарабатывать, вы уже получаете доход лидерский, причем с трех линий. С увеличением команды лидерский доход растет. Как раз за эти полгода, а может быть за 3 месяца, а может за 4 или за 2, вы становитесь реальным сапфиром. Но вы не потеряли время. Но самое главное в старте на пакет «Амбассадор» заключается в другом. И именно это мы с вами рассмотрим чуть-чуть позже. Потому что мы с вами находимся в бизнесе MLM. А в бизнесе MLM самое главное – это дубликация. И вот именно из-за дубликации вы и должны стартовать правильно на пакет «Амбассадор». Объясняю вам почему. Каждый из вас сейчас хочет максимально быстро выйти на $1000. Вы для этого купили свой G-офис, для этого вы пришли на эту встречу, чтобы разобраться, на какой же пакет вам надо стартовать. Так вот, $1000 можно зарабатывать по-разному. Как вы видели, когда я вам показывал пакеты, там было написано, с «Амбассадора» вознаграждение $250. С «Суприма» 100, с «Базика» 25. Это значит, чтобы зарабатывать $1000 быстро, это не зарабатывать, это заработать. Две большие разницы. А зарабатывать мы поговорим позже. А вот заработать быстро, пока у вас строится команда, можно несколькими вариантами. Это пригласить 4 человека на «Амбассадор». 4 человека, вы получаете по $250, и у вас 1000 в кармане. Можно пригласить 10 человек на «Суприм». Они станут у вас жемчугом, вы получите по $100 и заработаете свою $1000. Можно пригласить 40 человек по $25 на базовый пакет и тоже заработаете 1000. Что бы вы мне ни говорили, дорогие друзья, но я уверяю вас, что поговорить с 4 людьми, с 4 кандидатами намного проще, чем с 40. И я думаю, все со мной согласятся. Тем более, когда вы сейчас будете работать правильно,
в бизнесе Женес, когда вы будете приглашать всех на систему Team Alt, а система Team Alt проведет их дозированно по информации, пригласит на бизнес-встречу, и потом они попадут на такой же тренинг, как правильно стартовать, то вы будете получать себе партнеров достаточно быстро. И есть очень важное здесь звено. Опять я повторяю то, что говорил несколько раз. Все зависит от того, какие цели вы себе поставили в этом бизнесе. Если вы хотите выйти хотя бы на 5000 долларов в этом году, то вам, конечно же, надо стартовать так. Почему? Потому что, когда вы будете приглашать людей в бизнес, если вы сами стартовали на базовый пакет, то вам будет очень трудно смотивировать их зайти на амбассадор. В нашей жизни, к сожалению, идет повторение. Повторение иногда не самых лучших наших привычек. Если папа курит, ему трудно воспитать сына некурящего. Если семья, извините, пьющая, то очень трудно воспитать трезвенника. Если вы стартовали как амбассадор, если вы показываете своему партнеру, что я стартовал, я начал работать по системе Team Alt, я пригласил уже 4, 5, 6, 10 амбассадоров, и ты знаешь, вы скажете, что если ты сегодня стартанешь на амбассадор, у тебя будет то же самое. А можно сказать, я стартовал на базовый пакет, но ты на меня не смотри. Ты бери амбассадор, у меня просто не было денег. И я думаю, второй вариант будет звучать несколько слабее. И вам, по-моему, волей-неволей придется сказать, бери хотя бы базовый. Я вот на базовый стартовал. И таким образом ваша дубликация будет иметь другой характер, чем заданный темп, если вы стартанете на амбассадор. Как выйти на пассивный доход 1000 долларов в месяц? Это тоже очень просто. Каждый из нас пришел в этот бизнес не для того, чтобы каждый месяц или каждую неделю приглашать по 4 амбассадора. Я в этом уверен. Я пришел в этот бизнес для того, чтобы я сделал какую-то работу, потом помогал людям и получал пассивный доход. Я должен куда-то уехать, отдохнуть, приехать, а мои чеки должны идти вверх, независимо от моего присутствия. Как же выйти на этот пассивный доход, на эту начальную 1000 долларов? Оказывается, в этом бизнесе это достаточно просто. Для того, чтобы выйти на 1000 долларов, вам нужно сделать 29 циклов. А вот это я сейчас вам объясню немножко поподробнее. Как я вам показывал в самом начале, есть командный доход, да? Помните? Командный доход. Так вот, если ваша команда делает определенный товарооборот, а этот товарооборот исчисляется в баллах, в CV, вам надо, чтобы под вами был создан товарооборот 900 CV, 900 баллов, и вам тут же начисляется 35 долларов. Итак, делим мы 1000 на 35 и получаем, что вашей команде надо создать 29 циклов по 900. Поверьте, это совсем немного. Поверьте. 29 циклов. Если мы умножим на 900 CV, мы получим, что под вами команда должна создать 26 100 CV. Теперь я хочу обратить внимание ваше на следующее. Каждый из вас пришел в этот бизнес зарабатывать деньги. Поэтому я считаю, что человек, который пришел в этот бизнес и делает меньше 500 CV в месяц, он или уйдет очень скоро, или пришел просто потусоваться. Потому что 500 CV – это пригласить, ну, одного амбассадора. Причем есть еще какой-то ваш личный товарооборот. У вас будет хоть как больше 500 CV. Поэтому мы делим 26 100 на 500 и получаем. Для того, чтобы стабильно выйти на 1000 долларов в месяц, вам надо иметь в команде, не самим пригласить, а в команде, то есть на всю глубину 52 человека.
Это совсем не сложно. Это совсем не сложно. Я не встречал еще MLM-компаний, где, имея 52 человека, можно иметь пассивный доход 1000 долларов. Да, очень много компаний, где стартовый, там можно даже 5-10 тысяч сразу заработать, там пригласил толпу, и все, второй месяц ты не заработаешь. Здесь же вы можете иметь постоянно растущий пассивный доход. Давайте посмотрим, как это делается. Делается достаточно просто. Итак, каждый, кто хочет достичь 1000 долларов в месяц в ближайшее время пассивного дохода, должен пригласить хотя бы 2 человека в месяц. Это посильная задача, посильная, легко выполнимая каждым из вас. Вам надо лишь поднять трубку и пригласить на бизнес-встречу команды Тималь. Вам лишь надо спросить у человека, хочешь зарабатывать? Пошли за мной. Сегодня будет бизнес-встреча, ты все услышишь и все поймешь. И даже если человек не захочет сегодня с вами идти, он перезвонит вам месяца через 3-4, скажет, послушай, Вадим, или послушай, Елена, куда ты меня звала, помнится? Я хочу узнать подробнее. Это система, она так работает. Итак, вы пригласили 2 человека. Следующий месяц с помощью системы Тимальт ваши люди тоже пригласили по 2 человека, и 2 было. Стало 6 человек в команде. Следующий месяц 6 человек пригласило по 2, и 6 было. Стало 18. Четвертый месяц 18 человек приглашает по 2, и было 18. В вашей команде 54 партнера. И вот она, ваша 1000 долларов пассивного дохода. Вы можете выйти на этот доход значительно быстрее. У нас есть случаи, когда заходили большие лидеры прямо с командами. Они там просто прорывались к сотням тысяч долларов. Но мы говорим сейчас просто о нас, о простых людях. Поэтому 2 человека в месяц – это подсильно каждому, посильно. Но ведь на этом ваша карьера не заканчивается. Есть 4-й месяц, есть 5-й месяц. 6-й и так далее, 7-й. Итак, в 5-м месяце у вас 54 человека приглашает по 2, и 54 было, 162. В 6-й месяц 162 приглашает по 2, и 162 было, 486 человек. Вот 486 человек в команде, это почти 10 тысяч в месяц долларов пассивного дохода. 10 тысяч долларов – это почти 800 тысяч рублей наших, российских. Как же получаются вот эти цифры 9,5 тысяч? А, кстати, 6-й месяц – это не последний, 7-й тоже. Я встречал в Сингапуре лидеров вот этой компании Genes, нашей компании, которые зарабатывали 270 тысяч. 300 и рекорд 370 тысяч долларов в неделю. Речь идет уже о коронованных там бриллиантах и, конечно же, там команды сотни тысяч человек. Но я встречал таких людей. Так что 9450 в месяц пассивного дохода в компании Genes имеет, ну, я думаю, не один десяток тысяч партнеров. Ребята, вдумайтесь, не один десяток тысяч партнеров получает такой доход. А это значит, что мы с вами, как самая образованная нация, как самая усердная, как самая сильная, дружная и мощная, просто обязаны прорваться к такому доходу. Система Тималь позволяет это сделать. Как же возникают эти 9450? Да очень просто. Если они делают тот самый незначительный товарооборот, который я вам сказал, 500 CV, то в сумме это создаст 243 тысячи CV. Кстати, в Сингапуре я встретил одного молодого человека, ему было, по-моему, 24 года. И он сказал между делом в беседе, в этот месяц
ну, вот в прошлый месяц, я закрыл 320 тысяч CV. То есть это я говорю, что это очень приближенно к жизни. 243 тысячи CV мы делим на 900, получаем 270 циклов. 270 циклов умножаем на 35 равно 9450 долларов. Но это только командные деньги, а лидерские вознаграждения? Удвойте эту цифру. И плюс наверняка к вам, как к успешному человеку, начинают приходить амбассадоры. Еще добавьте сюда денег. Вот поэтому я вам и говорю, что здесь планки нет. Здесь главное видеть цель, бриллиант, и не лениться поднимать трубку и приглашать на систему Тималь. Что еще? Есть печальная новость. В командном вознаграждении есть потолок. Вот в этом командном вознаграждении вы можете заработать только 750 циклов в неделю. Я думаю, немногие расстроятся, потому что это дает вам 105 тысяч долларов в месяц. Конечно, наш спонсор Клифф Волкер уже давным-давно достиг этого потолка. Может быть, он и расстраивается. Конечно. Но мы с вами пока дойдем до 105 тысяч долларов, мы, я думаю, расстраиваться из-за этого потолка не будем. Ну и пойдем дальше. Я вам вначале там еще показывал стимул для привлечения покупателей. Итак, я вам говорил 20%, 15%, 10%, 5% и так далее. Что такое 20%? Предположим, под вами ваш партнер заработал 35 долларов за один из циклов. 20% 7 долларов пойдет вам. 7 долларов пойдет вам, но это приятно. А если под вами там будет у всех, ну, каждый день будут закрываться циклы, это значит 70, 700 и так далее циклов под вами. Но на лидерское вознаграждение, на лидерский бонус ограничений нет. То есть, если под вами будут закрываться тысячи и тысячи, ну, в общем-то, циклов у ваших партнеров, и они будут получать деньги, то вы будете тоже получать неограниченно. Так вот, если у вас за текущий месяц появилось 5 клиентов или 5 партнеров, они тоже приравниваются к клиентам. Если у вас появилось 5 партнеров, то вам вместо 20% будут выплачивать 25%. А если появилось 10, то будут 30. Вот мне 30 выплачивают. Это очень приятно. Между прочим, вместо 7 долларов вам выплачивают 10. Ну там 10,5. 7,5 плюс 3. 10,5. Кажется, на 3 доллара всего, но когда их много, поверьте, это очень приятные выплаты. Так что и с этой стороны компания поворачивается к нам лицом и говорит: ребята, делайте, стартуйте правильно, приглашайте людей, пользуйтесь системой и зарабатывайте деньги. Кроме того, у нас регулярно есть путешествия от компании. Ближайшее путешествие будет в мае. Средиземноморский круиз. Потом в Орландо. Сейчас я планирую с командой поехать в Рим. То есть у нас непрерывно идут путешествия. Что ж, дорогие друзья, правильный старт, я думаю, каждый из вас для себя уже выбрал. А сейчас я, конечно же, приглашаю вас стартовать. Стартовать сейчас или стартовать в ближайшее время. Добро пожаловать в нашу команду.